С Нового года за коммунальные услуги будем платить по-новому. Соответствующий указ сегодня подписал президент. Жировки в течение полугода потяжелеют в пределах $5 в эквиваленте. Изменения пройдут в 2 этапа в январе и июне. В итоге в феврале мы заплатим в сумме на $3,5 больше за газо-, электро- и водоснабжение, капремонт, вывоз мусора и обслуживание вспомогательных помещений. В июле по новому тарифу рассчитают теплоснабжение и горячую воду. Их повысят в сумме на $1,5. Расчеты велись, исходя из нормативного потребления в типичной двушке, где живет 3 человека. Безналичные жилищные субсидии будут предоставляться без изменений на прежних условиях. За 10 месяцев текущего года их получило более 21,5 тысяч семей на сумму более 1 миллиона белорусских рублей.